28 ноября перед очередной сессией Горсовета прошли депутатские слушания. Первым вопросом глава города Андрей Шубин выступил с докладом программы развития нашего муниципального образования. После доклада он ответил на все вопросы присутствующих. На сессии из 20 вопросов повестки дня большую часть занимали внесение изменений в бюджет на следующий год. Депутаты приняли к утверждению 23 приложения о формировании и распределении бюджетных средств. Также они назначили публичные слушания по обсуждению проекта бюджета на 7 декабря в 17:00. Предложения от граждан принимаются ежедневно в общественной приемной или в кабинете 301 с 9 утра до 16 часов. Решением 390 депутаты приняли порядок размещения в средствах массовой информации сведений о доходах и расходах об имуществе отдельных лиц, занимающих муниципальные должности. Также муниципальные служащие должны публиковать сведения об имуществе своих супругов и несовершеннолетних детей. Руководствуясь федеральным законом, депутаты установили 50% компенсацию за кабельное телевидение для родителей погибших военнослужащих. Решением 379 депутаты установили компенсацию за горячие завтраки для школьников с 1 по 4 классы в размере 30 рублей 83 копеек. А для детей из малообеспеченных семей на одного человека выделили из городского бюджета 3 рубля 83 копейки. Также депутаты приняли решение обеспечить бесплатный проезд на автобусах предприятия «Автотранс» для детей из социально незащищенных семей, проживающих в 7-м и 8-м микрорайонах и в поселке Якимовичи.